где там моя черная душонка? А что будет, если я проиграю своей душе, интересно? Она же тоже меня пытается убить. Что будет, если она все-таки это сделает? Скорее всего, я потеряю все гео, да? Просто потеряю все гео и придется начинать с момента того, когда я последний раз сидел на скамье. Угу. Я еще, знаешь, о чем подумал? В том же, как он называется, Castle in the Darkness была сделана примерно такая методика, что... тебя убивают шипы с первого касания. То есть там хардкор заключался в том, что шипы просто невероятные, невероятно жестко вас убивали и очень, скажем так, очень густо были насажены. То есть по ним было скакать очень проблематично. Здесь же сделали, что когда ты попадаешь на шипы, ты просто возвращаешься на чуть-чуть более раннюю стадию. И все, только без здоровья. И, наверное, хорошо, потому что если бы они здесь сделали такое же, то мне кажется, что это убило бы немножко атмосферу игры. То есть здесь надо, главное, понимать вот этот вот момент, чувствовать, когда ты что-то делаешь и когда ты уже портишь то, что делаешь собственными же руками. То есть это как, знаете, это как какому-то предмету идет какой-то определенный цвет. Это, конечно, все на вкус и цвет, но все-таки всегда такие вещи делаются на свой вкус. То есть я свои видео тоже делаю так, чтобы они нравились в первую очередь мне. Только потом уже я их вкладываю на всеобщее обозрение. А там уже нравятся они тем же, у кого такие же взгляды, как и у меня. Угу. Вот, и получается, что каким-то играм идет быть, допустим, хардкорным в плане того, чтобы вас убивали с одного касания, а каким-то играм это просто не идет и просто их портит. И вот пока что мой вердикт для Hollow Knight заключается в том, что здесь пока что все просто превосходно и на высшем уровне. И я очень надеюсь, что разработчик сделает что-нибудь еще, или там, допустим, Hollow Knight 2. Я еще не закончил эту игру, а я уже... Мои мечты уже сводятся к следующей части. Ну это прекрасно. Здесь еще, знаешь, что может быть, можно было бы реализовать? Может быть, здесь и это и реализовано? Я пока не могу по этому поводу ничего сказать, но можно было бы реализовать реиграбельность в плане сюжета. То есть, чтобы... Ага. Чтобы какие-то фрагменты сюжета, может быть, можно было понять только со второго прохождения. Нет, подожди, мне это не надо. Наверх, погоди, наверх я, по-моему, не залезу, да? Если я не ошибаюсь, то, по-моему, Стас примерно такой вердикт и выносил, когда он сам уже закончил не играть. Он говорил, что здесь как раз с первого раза сюжет понять нельзя. Если так, то тогда здесь действительно сделано так, чтобы реиграбельность была и в этом плане туже. То есть, когда ты играешь второй раз, ты такой... Ходишь, и какие-то моменты, когда тебе раньше казались непонятными, такой приходишь к ним в этот раз, во второй, и такой думаешь, так тут вот так вот было, точно. То есть смотришь на это все другими глазами. И в итоге я все равно наткнулся, только... это же надо. Не научись я вас определять. Я, кстати говоря, про шипы подумал, когда возвращался на эти места, и был риск того, что я потеряю все гео, которые мы собрали. Мы их получаем крайне мало, и... Да твою мать, что такое резкий? Мы получаем крайне мало этих гео. И потерять сейчас их все просто потому, что ты умер по случайности или по своей глупости, что еще хуже. Это будет очень-очень болезненно. Пережить. Но я на самом деле немножко уже начинаю разбираться в том, как устроена механика игры. Я думаю, что впоследствии они даже не смогут по мне попасть. Вот видите, что я делаю? Моя ошибка заключается в том, что я иногда еще лезу на рожон. Угу.
подожди, там внизу можно... А, смотри, как они сделали. То есть ты... Видишь, у меня души уходят. Но если не дожимают, то они просто уходят в никуда. Понятно. Так, это... да, монета-приемник с символом скамьи. Серьезно? То есть он может отвести меня прямо к скамье? А, не, я почему-то подумал, что он активирует мне вагонетку, на которой я поеду. То есть это платное сохранение, прикинь. Ну, наверное, я только один раз это делаю, правильно? То есть в следующий раз здесь уже будет открыто, верно? Так, на самом деле нам нужно наверх. Но дух исследователя говорит, иди вниз. Значит, так мы и сделаем. Главное, чтобы когда мы попадем в город этого места, чтобы не произошло так, что я там все монетки оставлю. Нужно в этом плане продумать будет момент. То есть, говорят, что там есть вот это улучшение нашего гвоздя, чтобы не произошло так, что все монетки с таким трудом накопленные не ушли в апгрейд этого гвоздя несчастного. Потому что пока что мы, в принципе, справляемся неплохо. Конечно, урон хотелось бы и выше. Это все понятно, но нужно понимать, что нам сейчас будет важнее. Ого. Ну вы же понимаете, да? Я просто... То есть тут вот так вот. Я уже приготовился прыгать на этих шипах. И я буду прыгать. Только я зря это делаю, потому что можно обойти здесь. Ну да. Я как обычно. Не, ну все правильно. Я исследую все возможные пути. Ну ладно, давай тогда сюда пойдем. Да ну твою мать. Видите, что они сделали? Они, короче, они концентрируют ваш взгляд на сокровище, а потом едят вас. То есть, когда подо мной шевелились листики, я видел только периферийным зрением то, что там что-то шевелится, и не обратил на это внимания. Я думал, что это, знаете, из-под ног нашего героя шевеление идет, а... Оно вон оно как. Ладно, будем иметь в виду. Ого! Выглядишь опасно. Но я тебя просто использую. Подожди, я здесь не могу пройти. Понятно. А, оно еще, смотри, когда я бью, из него вылетает. Оно может мне, интересно, побить? Покосать немножко, нет? Это, кстати говоря, тоже одна из тех деталей, которую можно было бы и пропустить. То есть, смотри, ты бьешь зелень, она, соответственно, живая, как нам и писали здесь. Я думал, долечу. Она, соответственно, живая. И вылетает из нее, соответственно, сок древесный. А могли просто забить на это и сделать так, что когда бьешь эти колючки, что они издавали бы точно такой же звук, как с эти шипы или сталактиты со сталагмитами в пещерах. То есть даже этот момент они продумали. Это очень круто. Это тот момент, который я называю «внимание к деталям». И так как я тоже люблю уделять внимание деталям, я, как правило, люблю высматривать эти детали в играх и обращать на них внимание тех, кто на них не обращает внимания. Потому что, понятное дело, можно было и пренебречь этим, мало кто заметил бы или сказал бы, типа, что колючки эти издают не тот звук, который должны были бы. Всем было бы плевать, но гораздо же приятней в более продуманное такое вот поиграть или посмотреть. Короче, это круто. Ага. Банан. Банан. Я уже понял, как здесь все устроено. Правда, я все равно косаюсь, но да ладно. Это в любом случае и неизбежно. Есть один такой момент, который я еще пока не знаю, как использовать в начале.
мы получили... Здесь у нас на карте такого нету, да? Вначале есть места, где можно получить дополнительное здоровье. Синенькое вот это. Но туда добраться невозможно. Это было бы очень выгодно, на самом деле, для нас. Интересно, можно ли туда вообще вернуться? То есть в самом-самом начале, помните? Ой, господи. А, это действительно бабочка. Я уже подумал, что это за тень такая. Великому разуму однажды приснились листья, и он оставил эти пещеры. В каждом кусте и в каждой лозе нам открывается разум Уна. Ун. Кто такая Ун? Или кто такой Ун? Вот это выглядит странно. Ну да. Понял. Я попадаю ему в щит. Попадаю в щит. Я не нагнетаю, нет? А, я должен его бить, когда он меня бьет. Ладно. Ух, хорош. Вот этот босс больше похож на того, с которым можно справиться, чем... Скотина. Просто не дает мне. Возможности, ладно, уже не важно. Это был не босс, скорее, это был мини-босс такой. Возможно, в дальнейшем он будет просто как обычный враг. Кстати говоря, тут лживый рыцарь, возможно, тоже будет как враг в итоге. Да что такое? Слепой я, однако, походу. Тем временем, может, 1080 монет. Это прекрасно. Главное теперь найти возможность быстро вернуться в Дёртмауф и сделать все, что нужно. Здесь как-то пересекается зеленая тропа с пещерами, смотри. Я думал, что пещеры только с правой стороны, а они есть и с левой. Причем, обратите внимание, здесь в этих пещерах как-то слишком... Слишком печально. Я имею в виду как по атмосфере, так и в принципе потому, что здесь происходит. Но эти пещеры, они у них не были предназначены для жилья, судя по всему. Здесь живут только какие-то отшельники в основном. Монетка того не стоила. Хотя указатели стоят. Это скорее, как знаете, как просто пере... Ну да, там оно так и есть. Просто переходы у них были такие. Они просто... Что там происходит? А ну отпусти! Тварь! Ух ты, мать, это тоже босс? Ну или типа того, да? Банан. Банан. Да, два выстрела и все... И все в никуда. Ну давай, рискни здоровьем, падаль. Или только и можешь. Это беззащитных кусать. Угу. И? Давай. Удиви меня. Да зараза. Ух. Когда они успели меня так покусать? У меня только что было полное здоровье. Смотри, я, похоже, тоже могу просто его бросить. Что самое интересное. Слушай, а здесь, помимо прочего, есть... Да, не одна же ведь концовка. То есть, возможно, мои действия будут серьезно влиять на... происходящее. Да что ж такое, я слишком поздно бью. Поздно!
твою мать, чтоб ты сыром срала. Ну не в прямом же смысле, ладно. Что ты делаешь? Решил стать между мной и моей добычей? Это твое увлечение крутиться вокруг, вставать на пути и беспокоить других? Знай вот что, я Зод Могущий, рыцарь великой славы. Снова покажешься мне и узнаешь, почему мое оружие зовется Обрыватель жизней. Почему ты по-прежнему беспокоишь меня? Я рыцарь. Твои детские забавы не интересуют меня. Мне нужен отдых. Исчезни. Иначе я возьмусь за гвоздь. Не за что, понял? Засранец. Мы с ним сейчас видимся. Меня немножко волнует... Что справа было? Справа был проход. Меня немножко волнует вот этот момент с... Как его звали? Тот, который продает ключик. Талисманы и прочее. Мы когда его нашли, он был не в себе, скажем так. Как вроде бы он был то ли в прошлом по... Ну, имеется в виду, он был в себе... В своей голове у него что-то крутилось, и такое впечатление, словно он то ли в этот момент видел то ли будущее, то ли прошлое. То есть он что-то говорил про гвоздь и так далее. Я почему-то подумал, что он видит момент, когда я буду его убивать. То есть, возможно, он с нами будет сражаться. Карт этой зоны нету, между прочим. Ага. Нет. Предательский сталагмит. Моя черная душонка. Возвращайся ко мне. Представьте, как было бы обидно сейчас потерять все эти 1200 монеток. Все из-за вот этой срани. Я иногда замечаю за собой, что я теряю бдительность. И это приводит меня к смерти. Ну ничего страшного, это такое. Это то, что можно развить. Чем мы, собственно, и будем заниматься активно. Будем развивать нашу бдительность, рефлексы, навыки. Угу. Потому что на данный момент они у меня находятся достаточно на днищенском уровне, считаю. Если я позволяю себе допускать такие ошибки. Ой! Да, вот об этом я и говорю. Но я понял, там мы не пройдем, потому что нам нужен дэш. Какой-нибудь, в любом случае. Тут нужно еще учитывать такой момент, что когда я бью, я немножко от отдачи отлетаю. Это, в принципе, очень круто сделали, но каждый раз, когда я так делаю, нужно возвращать себя на позицию. То есть, это работает во все четыре стороны. То есть, если бью и понизу, поверху, то есть в любом случае, меня это откидывает в противоположную. Угу. Это можно использовать, и мы это, на самом деле, используем активно. И да, тот враг был все-таки не босс. Я когда проходил там только что, он был на месте. Вот этот уже ушел. Хорошо. Да твою мать. Это все потому, что когда я пытаюсь бить, тут получается анимация срабатывает с некоторой задержкой. Это тоже правильно, на самом деле, но к этому надо привыкать. Отсюда и вот такие вот ошибки получаются. Так, но тем не менее. Мы уже близко. Это сейчас мы сделали круг. Наша цель добраться до вот того места. Я считаю, что это город. Внимательно, смотрим внимательно. Здесь могут быть, да-да-да-да, здесь могут быть как секреты, так и враги. Зеленые дети шли из грез к этим землям. Теперь мы терпеливо будем ждать призыва к возвращению. Из грез к этим землям? Так, где-то здесь? Гусеничка, ее надо спасти. Опять ты. Собака. Если мы синхронизируем наши атаки, то я смогу его заблокировать.
банан. Вот. Но это и его спасает на самом деле. Как меня, так и его. Это очень круто. И да, надо будет вернуться к тому старичку, и он нас, по идее, еще наградит. Он дает довольно много монеток. Так, если я пойду туда, то мы, получается, выходим туда, где скамейка платная была. Хорошо. Так что смысла туда идти не имеет. И, кстати говоря, если бы я, получается, пришел сюда, то... А, я бы смог... Нет, я бы сюда не смог попасть, потому что здесь, да... Потому что, чтобы сюда запрыгнуть, нужно было... Есть! Теперь можно будет переходить из этой зоны в в перекресток. Да? Да. Угу. Мы этого так и не делали никогда, на самом деле. Надо будет разочек попытаться, но не сейчас. Сейчас у нас есть другая цель. Главное, чтобы она не привела нас к неминуемой гибели. И потере всех гео. Если мы сейчас потеряем все настолько жестко, настолько тяжело накопленное, будет проблема. Так, подожди. Здесь справа мы были, слева. Слева мы пришли, но конкретно отсюда или нет? А, не отсюда. А здесь, смотри, там огромная какая-то... О, второй. Хо-хо-хо. Смотри, сколько здесь, офигеть. Мне еще говорили про какую-то руду. Руду, которую нужно добывать для того, чтобы улучшать свой гвоздь. А вот там мы уже, по-моему, были, да? Нет? Руда, которая улучшает гвоздь. Ну, пока что я такой не находил. Так, ну по сути, да, здесь мы были, хорошо. Остается только один путь. Господи, напугал меня. Опять. Так, наконец-то, момент истины. Что это за место, в которое я так стремился попасть? Не вздумай подойти ближе, призрак. Я видел тебя, рыскающего по лесу, преследующего меня. Это старое царство. Жуткие вещи отошли ото сна. Я чувствую, как воздух насквозь пропитан этим. Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты намерен сделать. Я не могу этого позволить. Что? Хорнет. А теперь скажи мне, кто я и что я намерен сделать, пожалуйста. Ау! Попаду, не. Ага, то есть это меня, понял, тоже бьет. Угу. Тебе сейчас будет не до смеха. Знаешь, что я пытаюсь сделать каждый раз? Я пытаюсь дыш сделать. Ну, в смысле, уворот. Ау. Ух ты, зроза. Тихо. Я потерял. Потерял души и не вылечился при этом. Угу, угу, угу. Так, погоди, я очень сосредоточен. Я пока не понимаю, когда она пытается сделать. Шо! Не долетит. Расчет великолепный. Ах ты ж мразь. Ты уж извини меня, что я тебя ругаю, но... Серьезно. Поговорили бы лучше для начала. Зараза. Банан.
такое чувство, что она чуть-чуть ускоряется. Капец. Получи, Хорнет. Блин, она очень грациозна. Я в восторге. Мантия мотылька. Мы теперь можем делать рывок, наконец-то! О боже, да. Хочет ли оно сломать печати? Они не могут быть сняты. Они должны быть сняты. Дай немного поспать, маленькая тень. Возвращайся в темноту. Оставь нам